Во Владивостоке на Русском острове в районе поселка Канал полным ходом идет подготовка лыжной трассы. Работают снежные пушки, устройства для снижения лыжни. Готовится вся остальная инфраструктура. Трасса вот уже несколько лет подряд пользуется огромной популярностью как у спортсменов, так и у любителей активного зимнего отдыха. Специально для производства снега год назад здесь была специально проведена система водоснабжения и приобретена снежная пушка. На сегодняшний день мы усиленно ведем работы по снижению лыжной трассы базы «Русская лыжня». Уже проведены работы по увеличению трасс и их конфигурации. В пределах трассы мы можем проводить как тренировочный процесс, так и соревнования с дистанцией более 1 километра. Торжественное открытие планируется к концу декабря. В сезоне 23-24 будет работать аналогичная инфраструктура, что была и ранее. То есть это пункты проката, сервис по обслуживанию лыж, раздевалки и буфет. В пункте проката будет представлено более 1500 комплектов лыжного оборудования и инвентаря. В зависимости от конфигурации протяженность всех трасс составляет около 5 километров. На протяжении всего сезона 23-24 лыжная трасса будет ежедневно обновляться, готовиться к ежедневному проведению как тренировок, так и свободного катания. Также на зимний сезон 2023-2024 годов на русской лыжне запланировано немало различных соревнований. В феврале 2024 года здесь пройдут некоторые соревнования первых международных зимних спортивных игр «Дети Приморья».